Когда я чувствую запах асфальта, я думаю о Марин. Это мои последние ощущения, после чего я потерял сознание. Тяжелый запах асфальта. Первым, что я увидел, когда очнулся, было ее лицо. Она сказала, что починит мою тачку. Мне следовало бы знать, что все не так просто. Да, когда я думаю о Марин, я думаю о двух вещах. О дороге и неприятностях. Рипбургер, да и хуже грязи. Мистер Корли, только выслушайте мой план, мое мнение. Знаю я твой план. Ты только и ждешь моей смерти, чтобы загробастать мою компанию. Это ужасно, сэр. Я вовсе не желаю вашей смерти. Я никогда не испытывал к тебе симпатии. Но у тебя есть силовая жилка, которую я ценю. Ну что вы, спасибо, сэр. Но это твоя последняя идея. Трип, явиться на собрание акционеров с бандой рокеров? Кого ты лечишь, а? Акционеров, сэр. Хорошо, когда видно, что ты водишь дружбу с реальными покупателями Корли Моторс. А что ты знаешь о наших покупателях, Адриан? Ты же никогда не сидел на тачке. Знаешь, я прямо сейчас был бы на ней, если бы не дестабилизирующее состояние внутри. А твои уши в порядке? Меня пугает то, что между ними. Надо бы выяснить, кто они. Эй, Бен. Знаешь, Бен, мы влетели. Да? Если в скором времени у нас не появятся деньги, то у нас будут проблемы. Расслабься. Я чувствую, что-то должно произойти. Что-то важное. Да, это место только для рокеров. Держался бы ты подальше отсюда, Рип. Отлично! Что за тип зацепил мою машину? Что могло задержать его там?
Наверное, старина Корли вляпался в неприятность. А может, они просто наехали на старика и роют ямку 2 на 4? Интересная идея, но маловероятно. Похоже, старина достает их своими байками о славных днях. Ну, Малькольм, это же незаконно. Но не тогда. Ну, и с кем ты гоняешь в эти дни? Он гоняет со мной. Я уверен, что он с большей охотой гонял бы с твоей маленькой компанией. Я же сказал тебе подождать в лимузине, Рипбургер. Мне показалось, что вам нужна какая-нибудь помощь в вашей торговле, сэр. Торговле? Да, мы приехали сегодня сюда, чтобы предложить вам и вашим людям работу. Мистеру Корлию требуется сопровождение для поездки на собрание акционеров Корли Моторс. Мы что, выглядим как служба по обеспечению эскортов? Вы получите хорошую компенсацию за трату времени. Это неинтересно. Ясно, что вы могли бы использовать деньги... Послушай, я сказал, мы не нанимаемся. Парьки не наемные головорезы. Даже если это было бы предсмертное желание Малькольма Корли... Рипбургер! Ничего себе! Я бы... Побудь здесь, Малькольм. Я бы хотел выйти на свежий воздух с мистером Рипбургером поболтать. Отличная идея. Доктор говорит, что ему осталось жить всего несколько месяцев. Это плохая новость для всех нас. Он не просто классный мужик. Он еще и последний производитель мотоциклов в стране. Что случится с Корли Моторс, если он умрет? Не беспокойся, у меня есть план. Если ты поедешь с нами на собрание акционеров, то ты узнаешь, что я имею в виду. Никакой игры, Рипбургер. Хорьки не наемные. Хочешь нанять гору мышц, ты должен найти ротвейлера. Старик сказал, или хорьков, или никого. Тогда мне сдается, я буду никем. Это твои последние слова? Они самые. Я хотел бы сделать последнее предложение. Болюс, возьми это пальто и иди к его мотоциклу. Мы должны будем связать эти 200 фунтов. Надо, чтобы все выглядело как дорожное происшествие. Это напыщенное ничтожество действительно думает, что я дам ему управлять Корли Моторс? Парень вошел, чтобы сделать сюрприз. Эй, куда пошел Бен? Твой коллега наконец решил принять наше щедрое предложение. Он поехал вперед, чтобы проверить дорогу. Да? Тогда погнали за ними, ребята! Йо-ху! Корли отваливает! У меня ничего нет. Я не с той ноги встал. С меня довольно. Получай. Они пустые. Не хочу болтать впустую. Хорошо, что Рипбургер не тронул мою тачку. Хорошо для него. Какой-то шутник взял мои ключи. Мне это не нравится. Какой-то шутник взял мои ключи. Открывай. Не хочу болтать впустую. Я поправил твою дверь.
Она плохо открывалась. Слушай, я не хочу неприятностей. Не ввязывай меня в историю. Похоже, дела твои идут неважно. Эй, твоя банда укатилась теми, ну, хорошо одетыми джентльменами. И что теперь, ковбой? Хотел бы я знать, кто меня отключил. Наверное, ты просто потерял сознание. Ты должен знать, какую дозу можешь осилить. Я думаю, ты завязан со всей этой дрянной авантюрой. Да? И что ты собираешься делать? Чего тебе? Куда все подевались? Что я, директор круиза? Может быть, они на пляже? Ты что-то хочешь? От головной боли что-нибудь есть? Я сожалею. Спасибо. Но не более. Не люблю колец в носу. Не надо ко мне цепляться. Ты что-то хочешь? Что-нибудь гладкое. Единственная гладкая вещь здесь — это моя голова. И тебе не стоит ее трогать. Ты что-то хочешь? Я хочу найти свою банду. Ты когда-нибудь думал найти стоящие занятия? Просто предложение. Ты что-то хочешь? Я ищу свои ключи. Не понимаю, о чем ты говоришь? Ты знаешь, что хорошо бы смотрелось на твоем носу? Что? Стойка. А теперь кончай дурака валять. Ладно, ладно. У меня твои ключи, но я ничего не знаю. У них были пушки. Они сказали задержать тебя как можно дольше. Почему? Не знаю, я не знаю. Я слышал, они говорили что-то о засаде на дороге. Что еще? Больше ничего. Слушай, мужик, вот твои ключи, окей? Кто-то из них сказал, что тебя надо убить и представить это как несчастный случай. Они проделали здесь неплохую работенку. Но почему засада на Харьков? Я бы двинул отсюда. Мне нечего сказать. Мужик, похоже, музыкальный автомат. С моими-то пальчиками не поиграешь. Не в моем стиле. Это твой питбуль? Нет, это фото моего чада. У монитора нет ручек. У монитора нет ручек. Сигнал поступает из главной конторы боевой стойки. Это классно смотрелось бы на моем руле. А это что? Это большая круглая фигура. Это я учился искусству. Как одна здоровенная рыба. Ага. Пятнадцать парней с полотенцами на поясе? Это мой выпускной класс в школе барменов. Ого. Это моя сестра. Выпивка. Она пустая, нет клиентов.
Когда я на дороге, я непобедим. Никто меня не остановит. Но этот пытается. Эй, это не ты ли номер один банды хорьков? Да, и ты на моем пути. Ничего, привыкай, блоха. Когда ротвейлеры занимают дорогу, она принадлежит им. Я серьезно. Кто-то сделал засаду на хорьков. Кто-то сделал засаду на хорьков. О боже, что же нам теперь делать? Вот как? Ну, держись. Давай, Татьяна. Слезай. Мужик, какой видок. Лучше напечатать это в цвете. А сейчас, мне кажется, я должна предложить тебе помощь. Эй, уже полдень. Я знаю здесь кое-кого, кто может починить все, что угодно. Ты кто такой? Я механик. И, между прочим, весьма неплохой доктор. Меня зовут Марин. Меня зовут Бен. Ты зачем врезал мне по башке, Марин? Ты попал в аварию. Репортер нашла тебя и притащила вместе с тачкой сюда. Моя тачка. Что ты сделала с моей тачкой? Вернула ее с того света. То же, что я сделала с тобой. Впрочем, мне надо немного помочь, чтобы я закончила. Ты кто? Марин, помнишь? Если тебе это трудно, можешь называть меня Мо. У тебя есть фамилия? Лучше бы ее не было. А как ты? То же самое. Тогда, я думаю, мы найдем общий язык. Это сервис-центр компании Корли? Ты мог бы назвать это сервис-центр Корли, но у меня нет официальных бумаг. А, незаконные дела Корли. Предпочитаю считать это делом отступника Корли. Где ты научилась чинить тачки? Я выросла, работая над ними вместе с моим отцом. Однажды летом мы вместе восстановили старый хардтейл. Я имею в виду, что мы отскребли каждый болт до блеска. Но однажды он исчез, и его так и не нашли. И я переключилась на тостеры. Ты живешь в этом городе? Этот Мелонвит мало похож на город. Все, что от него осталось, тонет со скоростью футов в год. Люди либо приспосабливаются, либо уезжают, что я считаю правильным. А отношения между людьми? Мне лучше с тостерами, и все. Ты больше интересуешься мной, чем своей тачкой. Что с тачкой? Выглядит получше, но ты мне должен помочь. Передняя вилка сломана, ты должен достать новую. Кто-то украл мою газовую горелку. Ты можешь поверить? Без нее нельзя закончить. И, наконец, последнее, но немаловажное. Я починила твой бензобак, но он пуст, и у меня нет горючки.
И где я должен найти все это? Ты можешь потрудиться, браток. Где я найду новую вилку? Вилка не обязательно новая, лишь бы не была полностью разбита. Можешь спросить об этом у Тодда в трейлере напротив дороги. Он хозяин свалки. Где мне искать твою горелку? Не знаю. Закину удочку. До сих пор не могу поверить, что кто-то украл мою горелку. Кто в округе мог сделать такое? Где взять горючку? Здесь, на краю города, есть целая башня, наполненная им. Моя иррациональная интуиция подсказывает, что это стоит проверить. Вообще-то, я думаю, что справлюсь с этим. Хорошо. У меня совсем нет денег, чтобы заплатить тебе. Эй, успокойся. Я так долго не притрагивалась ни к чему, кроме тостеров, что приложить руки к твоему бычку было воистину приятно. Ладно, спасибо. Не напрягайся. Мне надо быстро сматываться из города. Проблемы с законом? Не в этой округе. Тогда чего спешишь? Кое-кто попытался убить меня. Почему кто-то хочет убить тебя? Чтобы вывести меня из игры, они могли устроить засаду и на Харьков. Лучше нам вытащить этого больного назад на дорогу, а? Ладно, продолжай работу. Скажи мне, если тебе нужен аспирин или что-нибудь еще. Этот шланг воняет горючкой. Кто это? А, это я и мой дядя Пит. Он позаботился обо мне после ссоры с отцом и приютил в этом месте, которое он называет Норковое ранчо. После его смерти оно завещено мне. Ты фермер, специалист по норкам? Нет, это место опустело задолго до его смерти. Но я сюда продолжаю приезжать, когда мне хочется на время уединиться. В таком виде. Ничего, это лучшее, что я умею. Ты раздела мою тачку. Ревнуешь? О, хорошо, что ты еще не помер. Я хоть успокоюсь. Я слышал, ты спасла мне жизнь. Благодарить не стоит. Это случайно. Я просто хотела сделать фото о происшествиях на дороге, а тут ты. Кому нужно фото, где я истекаю кровью? Это не ради крови. Ты так кувыркался, как не знаю что. Послушай, я должен обнаружить засаду. Засада? Правда? Где? Я... Да? Мне неудобно просить, мне надо... Давай, мужик, колись. Ты не могла бы подвести меня на своей машине? Я должен обнаружить засаду. Ты прав. Мы должны расколоть эту засаду, обязательно. Но я боюсь, в данный момент я не на колесах. Как же ты добралась сюда? Доковыляла. Ладно, я лучше пойду. Ладно, гоняй поосторожней. Слишком мала, чтобы перенести меня. Я тебя перекатывала. Можешь дать мне машину? Нет. Пусто. Thank you.
Спасибо за поддержку. Сказал бы я тебе. Кто-то там сваривает или телеграфирует зашифрованную информацию. Не хочу болтать впустую. Решетка за стеклом. Решетка за стеклом. Лучше не заглядывать внутрь. Закрыто, но видно непрочно. Воняет раскаленным металлом. Эй! Я занимаюсь здесь своим делом, крошка. Я не хочу тратить время на такую задницу, как ты. Эх! Я друг Мо, мне надо... Послушай, я не брал горелку. Ты слышал? Я не вру. Так что проваливай. Что ты хочешь? У меня здесь есть кому взглянуть на мое искусство. Так что давай. Ах ты! Это важно! Не для меня, затычка паршивая. Ща получишь! Ты ломишься по делу или так просто? Отвали от моей двери, козел твердолобый. Вот прилип. А может, из-за какой-то пустяховины? Ха! Ах ты, чтоб не видны вы, единый твой план. Эй, мешок с дерьмом, меня нет дома. Живи, козявка. Что же мне сделать, чтобы избавиться от тебя? Ах ты, чтоб не видны вы, единый твой план. Открывай. Я занимаюсь здесь своим делом, крошка. У меня здесь есть кому взглянуть на мое искусство. Так что давай. Пусти меня. Ха! Ха-ха-ха-ха! Неплохо панкуешь. Эй! Я занимаюсь здесь своим делом, крошка. У меня здесь есть кому... Я расплющу эту жестянку. И вот так. Я зову полицию. Давай, я заявлю о краже газосварки. Что же мне сделать, чтобы избавиться от тебя? Ты ломишься по делу или так просто? Дерьмо в шоколаде. Вот так, если ты не уберешься, я... Ты что? Я подсмолю тебя, как драную кошку, своей газовой горелкой. Я имею в виду... свой фен. Я возьму свой фен и подпалю тебя, так что кончай. Эй, мешок с дерьмом. Я инспектор по жилищам. Никаких игр. Ты ломишься по... Тут цветочки для тебя. Убирайся. Вот при... Можно позвонить отсюда? Пошел вон. Живи. Я здесь любуюсь искусством. А ну попробуй. Отвали от... Ты победил, впусти меня. Кончай. Ты ломишь... Быстрее, весь прицеп горит. Проваливай. Я не хочу... Привет, я из журнала Mobile Magazine. Убери свою грязную, жирную, обтянутую кожей тушу с моей собственности.
Я не хочу... Это полиция. Хватит уже! Я покупаю красивые кожаные куртки. Убирайся! Что же мне сделать, чтобы избавиться от тебя? Я не хочу тратить... Я возьму все, теперь впусти меня. Хватит уже! Эй! Я занимаюсь здесь своим делом, крошка. Вот прилип. А может, из-за какого... Не заставляй меня делать это самому. Кончай. Я не хочу... Я начинаю злиться. Пошел вон! У меня здесь есть... Выйди на секунду, я тебе кое-что покажу. А ну, попробуй. Я не хочу... Я покупаю красивые кожаные куртки. А ну, попробуй. Что ты хочешь? А вот на это приятно посмотреть. Я думаю, с него достаточно. Выглядит как для кабинета. Это отмычка. Я представлял, что у него холодильник побольше. Еще какая-то гнилая кость торчит. Это или собачья жратва, или ужин этого парня. Я надеюсь, тот не пытается оживить его или что-нибудь в этом роде. Неплохо в самом деле. Сколько тут хлама. К черту. Лучше отнести это к Мо. В детстве у меня была собачка с трубой на голове. Я назову это шоу «Последнее нападение». Это же моя горелка. Где ты ее достал? Да, тут недалеко. Осталась вилка, немного горючки и в путь. Я пешком не хожу. Здесь полно горючки.
Добраться бы туда. Крепкий висячий замок. Верхушка забора под током. Я не могу сломать этот замок. Не хочу болтать впустую. Наверное, слинял. Мы увидели бы сверху, как он смывается. Он, наверное, прячется в башне. Мы загнали его наверх. Давай поднимемся. Не стоит. Похоже, здесь горючка. Наполненная она понравилась бы мне больше. Кто там внизу во дворе? Это он. Взять его. Где? Вон там. Быстро обойди с другой стороны, и мы припрём его. Куда он делся? Сами справимся, а, босс? Нет. Ну тогда вызываем подкрепление. Это хорошо. Ты достал бензин из башни? Не совсем. Новая вилка, и мы на дороге.
выглядит тяжеловато. Не заперто. Это должно быть легко. Открой, Тодд. Открой, Тодд. Она выходит из люка в полу и ведет на другую сторону стены. Такая вилка мне и нужна. Прямо сверху. Машины нет, спасибо. Машины нет, спасибо. Эх, сгоревший, не годится. Заводной ублюдок. Лежать. Какой заводной ублюдок. Пес прыгает в машину, жрет мясо, выпрыгивает и сжирает меня. Пес прыгает в машину, жрет мясо, выпрыгивает и сжирает меня. Заводной ублюдок. Тодик, Бобик, сюда. Приятного аппетита, псина.
Отличная вилка. Где ты ее нашел? Прямо рядом с ножами и ложками. Вот так. Готово. Подожди чуть-чуть, я сейчас закончу. Я приготовлю сюрприз. Не люблю сюрпризов. Порядок. Принимай работу. Я что, тебе не нравлюсь? Ты просто класс. Я готов кантоваться хоть каждый день. А что за сюрприз? О, это всего-навсего обычный управляемый авиационный твердотопливный ускоритель. Круто. Да. А как же грифы? У меня свои связи. Ты не хочешь попробовать эту штуку? Жаль, что у тебя нет фотоаппарата. Мне бы хотелось отблагодарить тебя как-то. Да ладно. В бой, приятель, ты отпугиваешь моих постоянных клиентов. Пока, мол. Пришли мне открытку из засады. Я уже попрощался. Готов с удовольствием. Ты сел нам на хвост. А где твоя свита? Корли сделал небольшую остановку. У него слишком маленький мочевой пузырь, парень. Где Рибургер? Давненько я его не видел. Бен, что за дела? Что ты ищешь на дороге? Мы что, можем влипнуть? Нет. Мы уже влипли. Засунь мою башку в корзину. Мой бак вполне затарен. Когда взорвет она мне шину, я буду только благодарен. Чувиха-байкер, что люблю я, а лучше рая в небесах. Ну, старик, ты мой. А теперь сделай что-нибудь хулиганское. Устрой засаду какую-нибудь. Ага, заговор разгорается. Ты не должен был ржать надо мной на заседаниях совета, Малькольм. Ну и псих. Попалась. Не делай проблемы. А что это там? Да это футляр. Иди сюда, я покажу. А, здесь фотоаппарат. Я займусь ей. Нет,
Нестор о ней позаботится. У тебя назначена важная встреча с Корлиями. Хорошо. И не забудь сломать фотоаппарат! Да, да. А теперь, Малькольм, может, еще на дорожку? Корли? Корли? Бен! Мне кажется, Рип-бургер не мог ждать, пока я сам загнусь. Для него пришить человека, что сшибить муху. Рип-бургер так поступил с тобой. Да, он знал, что я умираю. Он знал, что мое завещание лишит его места. Он хочет захватить Корли Моторс, Бен. Продать все иностранцам, выгнать рабочих и начать делать микроавтобусы. Ты понял меня? Микроавтобусы. Ты должен отомстить за меня, Бен. Обещай, что уроишь его. Я обещаю. Я хочу, чтобы компанию возглавила моя дочь. У тебя есть дочь? Да, и она гений механики, Бен. Она починила свой первый карбюратор, когда ей было 4 года. Я называл ее «Динамо в пеленках». Найди мою дочь, Бен. Найди, Марин. Марин? Рип-бургер опередил меня. Я надеюсь, что Марин продержится, пока я туда доберусь. Ага, пушка, я понимаю. Но почему он принес фотоаппарат? На кого же работает этот парень? Корли Моторс? Нестор, что за куча там шевелится? Не знаю, Рип, но мне кажется, это куча Полюс. Надо же. А, теперь я понимаю. Законченный неудачник. Это лачуга Моно, я не вижу лимузина. Может, я их там застану. А может, нет. Похоже, что здесь кто-то в спешке рылся. Ничего не осталось, лишь осколки и этот разбитый фотоаппарат. Крышка открыта, пленки внутри нет. Мо говорила, что у нее нет фотоаппарата. Вот фото Мо и ее дяди Пита на норковом ранчо. Она сказала, что поедет туда на время, чтобы отсидеться. Вот туда-то мне, наверное, сейчас и надо. Он разбит, открыт, и пленки нет. На черт вы меня. Пусто. Этот тягач мой.
Послушай, мне надо ехать. Послушай, мне надо ехать. Эй, убийца! Что? Мокрое дело. Я тебя не сдам. Что еще? Ты разве не смотрел новости? Еще раз наша главная новость сегодня. Малькольм Корли, владелец Корли Моторс, был найден мертвым у стоянки на окраине города Мелонвид. Очевидно, что действовал не новичок. Следы побоев в области головы и шеи. Жестоко и безжалостно. Полиция арестовала пользующуюся дурной славой банду рокеров, известную под именем Хорьки. Нет. За исключением их главаря, который все еще на свободе. Дорожные заграждения были расставлены вдоль Хайвея 9, чтобы предотвратить это опасное и жестокое преступление. Я так и знал. Проблемы с фараонами. Мне не надо было оставлять банду. Эй, я ничего не хочу слышать об этом. Не надо все это вешать на меня. Тебе бы исчезнуть, мужик. У монитора нет ручек. Члены банды Хорьки арестованы, но их главарь остается на свободе. Власти выпустили специальный бюллетень. Они взяли Хорьков. Послушай, дай рассказать, что случилось. Говорю тебе, не хочу в это ввязываться. Что-то он не очень доволен. Похоже, ты давно этим увлекаешься. Это я о порезах и ссадинах. Я тебя расстроил? Я не похож на убийцу. Да, и я тоже. Не думаю, что от этого улучшится аппетит. Эй, Боб! Да, муравей? Я немножко потыкаю ножом в твой стол, ладно? Посетитель с ножом всегда прав. У входа твой тягач. Подвези меня. Что, я похож на придурка? Ладно, забудь. Они никому не дают проехать через блокпост. Даже водителям грузовиков? Меня завернули, сказали, можно только полиции. Свиньи. Я могу попробовать. Ничего не выйдет. Давай я покажу тебе, как это делается. Ничего не выйдет. Послушай, мне надо ехать. Ничего не выйдет. Почему? Вы что, боитесь полицейских? Нет, просто ты мне не нравишься. Давай я покажу тебе, как это делается. Ничего не выйдет. Приятно было поболтать. Хорошие у вас здесь ребята. Муравей не тот парень, который перед всеми расшаркивается. А, я проковырял тебе дырку, Боб. Я должен добраться до этого места, норкового ранчо дядюшки Пита. Я тоже должен ехать туда, но эти свиньи будут рыться как в навозе всю ночь. Как поэтично. Ты когда-нибудь слышала о норковом ранчо дядюшки Пита? Это... Я помню, она вроде зверофермы, выше по дороге. Вниз по Хайвею 9, а напротив дорога загорожена. Я частенько брал там дешевое норковое мясо и продавал его в школы на обеды. Классная работенка.
Бен, мне не до шуток. Хоть там и жутко воняет, но я не помню, чтобы где-то спал лучше. Ты должен помочь мне. Найди моего редактора в Корвилле, скажи, что я сделала снимки убийства Корли. У тебя есть снимки? Да, но какой-то головорез упер мой фотоаппарат. И так у тебя нет никаких снимков. Ну, я проследила за этим парнем до Милонвида, но я не смогла приблизиться к нему. Они бы убили меня? Найди моего редактора, он должен вытащить меня отсюда. Возьми один из этих фальшивых пропусков, чтобы пройти через блокпосты. От этих снимков зависит моя карьера. Помоги мне, Бен. Ты моя последняя надежда. О, не беспокойся. Я твой должник. Если головорез Миранды тот же самый, который напакостил в хозяйстве Мо, это должно быть фотоаппарат Миранды, я там видел. Но тогда кто же взял пленку? Вылезай. Отстань. Хоть там и жутко воняет, но я не помню, чтобы где-то спал лучше. Не хочу болтать впустую. На место преступления. Они скоро будут возвращаться по этой дороге. У меня идея. Быстрее. Смотри. Что это? Подделай подпись ФБРовца. Это можно использовать как-то на блокпостах. Ну, как насчет поездки? Что, если они обыщут сзади и найдут мою тачку? Она зарыта в куче концентрированного удобрения. Поверь мне, никто не будет копаться в этом дерьме. На этот раз ты поедешь в моторном отделении. Моторное отделение? Эй, я все время таскаю здесь дерьмо нелегально, и стоит оно дороже, чем ты. Итак, грузи по-быстрому свою задницу сюда, и к утру мы на норковой свалке. Надеюсь, с грузовиком ты управляешься лучше, чем с ножом? Да-да. Пахнет, как будто горючка подтекает. Люблю пожарные машины. Извините, сэр, проезд сюда разрешен только полицейским машинам. Я с агентами ФБР, придурок, проди. А? Это вы о чем? Секретные сельхозоперации. А что сзади? Удобрение. Ладно, проезжай. Надеюсь, твоя деревенщина довольна. Остановились.
проблемы с грузовиком? Шланг порвался всего-навсего. Я уже вытащил твою тачку. Все в порядке. Ну, приятно было познакомиться. Я убираюсь на дорогу. Ага. У него же тек бензин. Он использовал мой бензошланг для ремонта. Этот водила подохнет за то, что он сделал. Не работает без бензошланга. Сарай закрыт. У меня ничего нет. Это знаки отличия грифов. Не могу поверить, что Мо была у грифов, но все же... Как она смогла добыть этот жуткий ускоритель? Похоже на шкурку норки. Это фото Марины Малькольма. Похоже, они восстанавливают старый мотоцикл «Харддейл». Фото тачек. Крепкий висячий замок. Я не могу сломать этот замок. Наверное, из этого окна Марин выглядывала маленькой девочкой, мечтая о том, как жить и чинить тостеры. Нет. Хлам. И шланг, который можно использовать на моей тачке. Думаю, что Мо не будет против, если я одолжу его. Взяла деталь от ускорителя. Почему она смывается от меня? Она думает, что весь мир против нее. Мне кажется, я знаю, что делать. Вот как. Ты мертв. Черт. Этот тягач мой. Территория банды крыс. Крысы!
ненужный груз. Нас надули, братишки! Назад в пещеру! Как будто никого нет. Может, босс ошибся, и она сюда не придет? Она придет. Просто мы приехали сюда раньше. Это означает, что все, что мы должны, это сидеть и ждать. Тяжеловат для таких малышек. Похоже, что муравей бросил здесь груз. Да, это все из-за них. Меня это начинает доставать. Прицеп придавил колеса. Тяжеловат для таких малышек. Что за дрянь? Может, возьму немного. Паша Торг. Я тебя не видел с тех пор, как ты отвалил от Харьков. Эй, Бен! Как моя банда? Ну, это длинная история. Что ты здесь делаешь? Да, мне осточертело безделье, Бен. Я думаю прокатиться в старый каньон и поискать на свою голову приключений. Ищешь, где помахаться? Старый каньон для этого в самый раз. Ты не знаешь дороги вокруг ущелья? Кругом? Это очень далеко, Бен. В чем дело? Не любишь мосты? Он взорван.
О, извини, я не знал. Вообще, ты мог бы перепрыгнуть его, как Рикки Майрон. У банды крыс в малине есть трап. Где малина банды крыс? Где-то на этой дороге. Входа совсем не видно, если не воспользоваться этими странными крысиными очками. Предлагаешь помахаться, Торг? А, Бен, кто может быть круче тебя? Никто, но эти ротвиллеры не промах. Да, они не слабачки. Я уверен, ты с ними разберешься. Крифы шустрые, но они мелочевка. Ребят с этими ускорителями так просто не достать. Помни, Бен, дело не в силе. Надо выбрать момент. Что же делать с этими ребятами из банды крыс? Смотри в оба, Бен, они тут не спортом занимаются. Они грабят по-крупному, это часть их религии. Не вставай на их пути, они слепые, хладнокровные убийцы. Как же они ездят, если они слепые? Да, они слепые, и поэтому носят эти специальные очки, чтобы прикрывать свои приспособленные для пещеры глаза. Специальные сенсоры в очках могут обнаруживать любую мелочь на дороге. Всякие крупные объекты и помогают выбирать направление. Во порода, а! Папаша Торг, мне нужна твоя помощь. Банда в тюряге, а закон... Бен, я больше не главарь Харьков. Не так ли? Ты не заметил, что я на вечных каникулах? Больше нечего сказать, Бен. Вот такие тараканы. Ладно, не бери в голову, папаша. Давай жару, Харек. Я смотрю, ты хочешь поучиться, и это может быть больно.
Скажи-ка, это у тебя твердотопливный авиационный ускоритель? Ну, конечно. Ну-ну. Тебе нравятся фонари? А как еще? Ай, мои глаза! Эй, мой старый друг, как там тебя? Рад, что ты опять в норме. Агрессивный прыж, да? Вернулся! Хорошо, урок окончил, теперь экзамен! Что случилось? Пеленки прицепили. Вот такой ускоритель мне и нужен. Хорошо бить человека, Вадька.
Экспериментальный летательный костюм профессора Шметтерлинга. Одна из жертв этой пропасти. Проклятый прыжок через пропасть Рики Майрона. А это последнее фото профессора Шметтерлинга. Предупреждение: прыгать через пропасть, хотя и соблазнительно, но является нарушением закона и очень опасно. Мы рекомендуем для переправы через пропасть недавно построенный мост. Доброго пути. Канатоходцы, дельтапланеристы, люди-снаряды. Многие пытались перебраться через могучую пропасть, и многие потерпели неудачу. Кроме Рики Майрона, летающего факела, который перепрыгнул через пропасть на мотоцикле фирмы Corley Motors. Позже было обнаружено, что он усовершенствовал свой Corley с помощью управляемого авиационного твердотопливного ускорителя и автоматического подъемника. Майрон заявил, что он с удовольствием повторил бы прыжок, чтобы очистить свое имя от наветов, но его специальный трап-трамплин был украден таинственной бандой рокеров-похитителей грузовиков. Реактивный ускоритель и подъемник, да? Спасибо за совет, Рик. Однако ты прав. Мне понадобится этот трап. Сдается мне, что моста нету. Не пешком. Мысль об этих парнях отрезвляет. Собственность шоу высшего пилотажа Рики Майрона. Злой дух Рики Майрона, мы чтим твой гнев.
Теперь мы должны вернуть этот храм. Я справлюсь с этими ребятами. Собственность автошоу Рики Майрона. Канатоходцы, дельтапланеристы, люди-снаряды. Многие пытались перебраться через могучую пропасть, и многие потерпели неудачу. Кроме Рики Майрона, летающего факела, который перепрыгнул через пропасть на мотоцикле фирмы Corley Motors. Позже было обнаружено, что он усовершенствовал свой Corley с помощью управляемого авиационного твердотопливного ускорителя и автоматического подъемника. Майрон заявил, что он с удовольствием повторил бы прыжок, чтобы очистить свое имя от наветов, но его специальный трап-трамплин был украден таинственной бандой рокеров-похитителей грузовиков. У меня есть все, кроме этого подъемника.
Что за бардак? Я бы назвал это препятствием на дороге. Что за дрянь? Смотри-ка, удирает. Это прокол Нестора. Давайте быстро. У меня есть план. Мы выманим этот отпрыск Корлиев из убежища с помощью мотоцикла. Босс, у нее уже есть тачка? Да, но на дне она трудилась со своим отцом. Это связано с чувствами, тебе не понять. Теперь быстро. Это хлам. Я ни к чему не притрагиваюсь, что без колес. Это подъемник. Классное оружие можно найти на дороге. Эта дрянь воняет. Я обернул бы ее вокруг шеи Рипбургера. Выглядит отлично, хоть на продажу. Так, я достаточно усовершенствовал свою тачку. We'll be right back.
Фабрика Корли Моторс. Земля обетованная. Похоже, что там что-то грандиозное. Здесь сувениры. У нас шляпы для вас. У нас безделушки для вас. У нас здесь все для вас. Официальная лавка Корли Моторс. Ведите свой гоночный автомобиль с помощью дистанционного управления. Для кроликов есть батарейки. Любимые желанные маленькие кролики. Официально лицензированные кролики в честь гонки Корли Моторс. У нас и майки для вас есть. Всех размеров и цветов. Наполняйте свои шляпы напитками по выбору. Будете выглядеть посвежевшими и уверенными в себе. Ты, здоровяк, иди прокатись на нашей гоночной машине. Сувениры будут напоминать вам о ваших гоночных приключениях. Купите вашим детям кролика, и они будут молчать в течение всего пути домой. Не будь жмотом, купи чего-нибудь. До чего доводит постоянная работа? Если не купишь, все это протухнет. Чем могу вам помочь? Что это за огни там внизу? У нас сегодня гонки на выживание. Первый приз — первоклассный мотоцикл Корли Харддейл, который полностью восстановлен самим стариком. Ага. А куда тянется эта большая арена? Корли построил этот стадион для гонок, для того, чтобы его работники могли развлечься поблизости. Он, конечно, заботился о своих работниках. Я даже не знаю, что с нами будет после его смерти. Не видел грифов поблизости? Не, с грифами у нас нет проблем. Даже несмотря на то, что их убежище чуть выше по дороге. Они обычно остаются там, со своим неблаговидным поведением. Что в шляпе? А это так, поднимает настроение. Может быть, завернуть? Я упакую, ты скажи, когда хватит. Я подыскиваю хороший сувенир. Ладно, хороший сувенир, вот все, что у меня есть. Ну, что я могу тебе предложить? Что-нибудь маленькое, пушистое и желтое. Извини, это все, что у меня есть. Еще один прется. Как насчет этой маленькой машинки? Это маленькая штучка, но не дешевая, дружок. Возьми, попробуй, чтобы убедиться. А что за надписи на этих сувенирах? Написано: «Корли не побьешь». Вообще странно звучит, учитывая то, как он погиб. Да, будет классно смотреться на стене в твоей спальне. Никаких стен. Мой дом, моя тачка. Мы можем предложить тебе маленький шест, и ты мог бы поставить флаг, знаешь, такой, на заднем сиденье. А, я подумаю над этим. Кролики. Много кроликов. Тебе нужны кролики? У меня есть кролики. Сколько тебе надо? А можно их вытащить и попробовать, как они двигаются? Я думаю, ты не готов к тому, что от тебя потребуется, когда берешь партию кроликов от Корли. Извини, сынок. А самые большие размеры этих рубашек есть? Нет. Но они тянутся. Нет, спасибо. А деньги-то вообще у тебя есть? Сколько мне надо? Послушай, ничего необычного. А почему бы тебе не перестать отпугивать других покупателей и не уйти, а? Хочу прочистить глотку. Вы же нигде больше не достанете таких вещей, ребята. Сообразить бы для машинки. Я практически раздаю свой товар. Что такое... А,
Все эти сувениры наверняка подорожают за год на 300%. Точно, точно. Вытаскивай ее. Только не исчезай. Да не толпитесь вы, всем хватит. Только здесь фирменные сувениры гонки на выживание Корли Моторс. Не уходите с пустыми руками. Похоже, она ослабла. О, ты запорол батарейку. Давай, сделай паузу. Вы же нигде больше не достанете таких вещей, ребята. Да не толпитесь вы, всем хватит. Я туда не собираюсь. Они все думают, что я пришил их любимого шефа. Это выход. Он шурует только в одну сторону, и причем не в ту. Это выход. Он шурует только в одну сторону, и причем не в ту. Погладь кролика, тебе же хочется. У нас везделушки для вас. Купите вашим детям кролика. Одна большая дверь. Я здесь для участия в собрании акционеров. Мистер Рипбургер отложил собрание до тех пор, пока не поймают убийц мистера Корли. Все акционеры были предупреждены. Да ладно, я не проверил вовремя свою почту, Мак. Как решетчатая дверь в одиночке. Эй, открой. Дай мне войти. Пошел прочь. Ублюдок. Дай мне войти. Пошел прочь. Ублюдок. Я пешком не хожу. Убежище грифов на другой стороне поля. Я много слышал о грифах. И я думаю, все это правда. Как ловко они тут все устроили. Это оружие чертовски тяжелое. Эх! Заряженная батарейка. Как весело. Раздаю свой товар. Заряженная батарейка. Как весело. Для кроликов есть батарейки. Это вдохнет в нее немного жизни.
точно, точно. Вытаскивай ее. Эй, не туда. Посмотри теперь, что ты сделал. Этот проход через всю фабрику. О, это слишком, приятель. Папочка идет. Теперь его нет, и кролики мои. Полный ящик мехового барахла. Не надо воспоминаний. У меня достаточно шрамов, напоминающих об этой поездке. Поле заминировано. Грифы постарались. Да, против этих ребят не попрёт. Не получится. Не получится. Как ловко они тут все устроили. Как ловко они тут все устроили. Бэм! Еще один value pack. Против этих ребят не попрешь.
парень, о котором я тебе говорила, Сьюзи. Ты уверена? Ага. Этот парень убил моего отца. Братва, навешайте ему! Давай разорвем его по-быстрому. Послушай, Мо, ты здорово заблуждаешься. О, Бен, ты прав. Мы не должны торопиться. Мы должны вытащить все наружу. Как ты думаешь, Сьюзи? Эй, время есть. Вы слышали, ребята? Послушаем, что он нам скажет. Твой отец. И ты смеешь болтать про моего отца, ты бессердечная сволочь. Корли и я? Я сказала, заткнись. Малькольм хочет? Я сказала, заткнись. Я не виновен. В чем? Ну ладно. Я теряю терпение, Марин. Ты можешь потерять гораздо больше. Окей, достаточно. Хм, не пойдет. Отпусти меня, а то... А то что? Я натравлю хорьков на тебя. Хорьки в тюрьме, Бен. А засадил их туда, ты помнишь? Отпусти меня, а то... А то что? Я разнесу все на куски. Веселенький набор слов, Бен. Отпусти меня, а то... А то что? Я тебя всю кровищу выпущу. Ну, прямо картина, достойная пера. Отпусти меня, а то... А то что? Я назову тебе имена. Например? Хозяйка норковой фермы. Отпусти меня, а то... А то что? Я назову тебе имена. Например? Крысоловы, грифы в резине. Отпусти меня, а то... А то что? Я назову тебе имена. Например? Придурковатая старая дева. Отпусти меня, а то... А то что? Я назову тебе имена. Например? Динамо в пеленках. Как? Где ты слышал это имя? Твой отец сказал, как раз перед смертью. Ты убил дубиной моего отца и болтаешь о старых временах. Я не убивал его. Это Рипбургер. Фотограф сделал снимки, но тот головорез, который явился за тобой, украл ее фотоаппарат. Я... Но пленка все еще у меня. А, так прояви ее, а? В этой одежонке неуютно. Ладно, разберемся. Эй! Извиняюсь. Ладно, не беспокойся. Я собираюсь достать Рипбургера, даже если сдохну. Нет, мы должны разоблачить Рипбургера на собрании акционеров. Таким образом, мы уроем его, спасая мою банду, и завещание твоего отца исполнится. Ты возглавишь Корли Моторс. Рипбургер отменил собрание акционеров. Он сделал заявление в прессе, что собрание не будет до тех пор, пока преступники не предстанут перед судом. Никакого собрания акционеров, пока мы не подохнем. Ладно, разберемся. Окей, идем далее. Сфальсифицируем смерть Бена и Марин. Акт первый, сцена первая. Адриан Рипбургер в отчаянной попытке выманить Марин из убежища разработал следующий вонючий план.
Первой премией в гонке будет старинный мотоцикл «Хардтейл», который восстановила Мо со своим отцом. Рип надеется, что Мо попытается захватить этот мотоцикл из сентиментальной привязанности к нему. Итак, переодетые Бен и Мо выступают отдельно и выходят на старт этой стремительной гонки. Она заканчивается трагически, когда их автомобили взрываются, и они считаются погибшими. Вопрос. Пожалуйста, вопросы чуть позже. Итак, взрывчатка в машине Мо может сдетонировать только от лобового столкновения с машиной Бена. Это сиденье катапульта выбрасывает Мо во время взрыва, и она безопасно приземляется. Ты думаешь, никто не увидит, как она катапультируется из машины? Нет, все будут смотреть, как ты бегаешь горящим. Да, у меня еще один вопрос. Когда твой автомобиль взорвется, ты выберешься из него в огне и побежишь по стадиону, отвлекая зрителей. В своем классном костюме из асбеста, конечно. Гениальный план. Ладно, дорогуша, теперь давай немножко порепетируем. Порядок, ребята. Устраивайтесь поудобнее. Пора начинать. Самый кровавый и разрушительный, грандиозный марафон на выживание для водителей-любителей компании «Форрест Мотос». Встречайте команду наших гладиаторов. Эта таинственная личность не открывает нам своего настоящего имени. Он предпочитает, чтобы его называли «Таинственный мститель». Ну не смехли, а, ребята? Что-то я не понимаю. Кого они собираются одурачить своим нелепым видом? За ним следует еще один новичок. Пожалуйста, грандиозный салют в честь принцессы гонок Дорин Шморлей! Отлично, ребята. Сделаем их. И, наконец, последнее добавление на сегодня. Страшная команда, известная как «Братья Бум-Бум». Попробуй, сейчас же отваливайся, сынок. Хорошо. Готовы ли вы посмотреть беспечную езду? Готовы ли вы увидеть невероятные разрушения? Тогда гонка на выживание. Держись, Мо. Я еду. Машина застряла, когда я спрыгнул сверху. Похоже, у этих детишек стеклянные челюсти. Что ты делаешь? Ну-ка давай, приложи меня. Все кончено. Хватайте его! Что ты делаешь? Вы что, заснули? Идиоты. Окей, Мо. Время нашего большого финала наступило. Давай. Сейчас, леди джентльмены! Взрыв! Не вижу пока. Спасибо. Подойдите, что это? Это неизвестный мститель! Его в огне! Давайте
Давайте поможем ему, ребята! Больно смотреть! Мы действительно должны его вытащить оттуда! Ну что за зрелище, а? Бен, перестань дурачиться! Устрой диверсию! Я сам диверсию! Бен, не кичись! Надо покруче! Тачка под присмотром! Кому нужна эта тачка? Мо сказала, это важно! Без него мы отсюда не уйдем! Ладно, я посмотрю, что можно сделать, но горю со всех сторон! Это Хардтейл Мо и ее отца. Выход. Я не могу пройти в эту дверь. Мы должны его вытащить. Как думаете? Конечно, окей. Ну да, ребята. Похоже, что мероприятие выходит из-под контроля. Огонь схватил с него. Но не надо паники. Вы правы. Дерби окончено. Спасайся, кто может. Наконец, теперь лови светлячка, пока горячий. Смотри, как бегает. Вы взяли его? Мы справились, Болюс. А это значит, что Рибургер должен сделать нас вице-президентами, как и обещал. И дать нам по 10 тысяч акций. Забавный запах. Что это, перегрев? Ну вот, настал светлый день. Я сделал 20 тысяч акций. Пора проводить собрание акционеров. Где Хардтейл? Весь на полу, мистер Мститель. Что? Что случилось с твоей глубокой привязанностью к мотоциклу твоего отца? Бен, это всего лишь тачка. Я могу собрать ее опять за полчаса. Возможно, это поможет найти ключ. О каком ключе ты говоришь? Ключ от сейфа моего отца. Я помню, что он спрятал его где-то в этом мотоцикле. Но я обыскала все и не смогла найти ничего, даже похожего на ключ. Что там в сейфе такое важное? Завещание моего отца. Я надеюсь, что он скажет, в конце концов, правду обо мне. Почему он скрывал тебя все эти годы? Он не хотел, чтобы люди узнали про мою мать. А что такого было в госпоже Корли? Она не была моей мамой. И как мы собираемся пробраться на фабрику? На заднем дворе фабрики есть тайный ход, который ведет прямо в офис отца. Он брал меня с собой. Я помогала ему разрабатывать дизайн мотоциклов. Это когда он был слишком стар, чтобы работать самому? Нет, это когда мне было еще 6. Как я найду секретный проход? Тут есть хитрость. Ты должен подождать, пока все датчики погаснут. Потом ты врежешь по стене, как раз справа. И ты внутри. Как я найду точку, куда врезать? Отец знал точно, куда надо ударить. Я помню, что там была большая трещина на стене. Она была на уровне моих глаз. Нужно ударить по стене как раз перед собой. Эти странные ворота откроются. Что, если я не смогу найти эту точку? Прикинь высоту трещины, подожди, пока все датчики погаснут, и бей. Это место, по которому надо врезать незаметно. Послушай, мне было только 6. Не приставай.
Я никогда не найду этого секретного прохода. Эй, Бен, ты не видишь, что я занята? Если я смогла найти место, по которому надо ударить, когда мне было 6, я уверена, что ты сможешь его найти в своем возрасте. Куда мы попали? Это Си-330, промышленный грузовой реактивный транспортный самолет «Большой Рот». Мы хотели возить в нем тачки на мотогонке. Вы пробовали поднять его в воздух? Возить, Бен, возить. Этот малыш уже отлетал свое. Как прошел твой полет? Во время прыжка было несколько взрывов, и я приземлилась на минное поле. А в остальном все было в порядке. Я в порядке. Ага, классно. Теперь помоги мне найти ключ. Помнишь, ты пыталась убить меня? Да, мы преподали тебе урок. Посмотрим, что я смогу сделать. Хорошо. Вот фотографии. Мне они ни к чему. Покажи их кому-нибудь из шишек, если удастся. Фабрика Корли Моторс. Земля обетованная. Корли Моторс. Я давно собирался добраться сюда. Это прям религиозное паломничество для меня. Религиозное паломничество с множеством мордобоя. Извините, собрание уже началось. Я знаю, дай мне войти. Мистер Рипбургер делает важное обращение. Нельзя прерывать. Но я акционер. Хорошо. Ублюдок. Как решетчатая дверь в одиночке. Эй, открой. Мистер Рипбургер делает важное обращение. Нельзя прерывать. Но я акционер. Хорошо. Ублюдок. Как стадион горит. Я туда не собираюсь. Закрыто. Закрыто и опечатано. А, это должно быть стена Мо. Ничего особенного, кроме трещины, о которой говорила Мо.
Очень простой, без ящиков. Как стадион горит. Откусит кусок от пенсионного фонда. Теперь это искусство. Здесь какая-то карточка. И пленка. Я уверен, что это завещание Корлея. Эх! Я уверен, что это завещание Корлея. Мо дала мне фото убийства ее отца. Отвратительно. Корлей Моторс. Закрыто. Сюда надо вставить карточку. Кажется, собрание началось. Он был не только вдохновляющим лидером, но и большим личным другом. Его потеря нас глубоко потрясла. Мы с Малкольмом часто обсуждали будущее. Мы говорили о дне, когда Корли Моторс преодолеет положение новичка и перейдет в автомобильную эру. И хотя его трагическая кончина произошла раньше, чем кто-либо ожидал, мысли Малкольма Корлея живут. И я воплощу в жизнь его мечты во имя памяти о нем. Леди и джентльмены, я рад представить вам будущее Корли Моторс. Микроавтобус Корли. Корли был прав. Он не хотел этих микроавтобусов. Эй, кто ты? Давно ты здесь? Эй, охрана! Помогите! Охрана! Ты чего спишь? Он побежал вниз по коридору. Шевелись! Мэри, что-то привиделось, наверное. Порядок. Закрыто. Что, черт возьми, здесь происходит? Я занимаюсь. Мотор встал, вот и все. Погоди минуту. Ну да. Я был... Ненавижу это старое железо. Мой ремень и то не надо так часто чинить. Thank you.
Ай-яй-яй. Это невыносимо! Я занимаюсь. Мотор встал, вот и все. Погоди минуту. Ну да. Как я и говорил... Не надо больше. Не надо больше. Что-то с лампой. Сейчас починю. Ну да. Теперь, когда... Пари погромче. Ты в рубке! Проснись! Что-то с лампой. Сейчас починю. По крайней мере, пленка-то не сгорела, а? Ну да. Теперь, когда... Опять ты за свое. Мы корпорация высоких технологий. Этого не должно происходить. Ну да. Вернемся к презентации. Я до тебя доберусь. Я как раз собирался сделать это с тобой. Теперь, когда... Что вы видите сейчас перед собой? Мне кажется, Корли Мокс. О, отлично! Это катастрофа! Что мне сказать? Придется здесь немного повозиться. Почему бы тебе не пошутить? Я совсем не знаю шуток. Знаете, это напоминает мне классный анекдот. Про... Так, пока никаких идей. Подожду, пока она потушит огонь. Не попасться бы в этой кутерьме. Ага, это средство массовой информации. Сюда вставляются карточки для видеопроектора с большим экраном. Отсюда видна вся компания. Закреплена на кронштейне. Следующий слайд демонстрирует более жесткую стратегию корпорации.
слышите меня? Я покаркаю. Итак, люди должны продвигаться по карьере и не мешать другим. Вот об этом я как раз и собираюсь порассуждать. Я приготовил свое место для кое-кого, кто займет его в Корли Моторс. И это отнюдь не ворюга Адриан Рипбургер. Рип, твое место не в руководстве моей компании. Твое место в тюрьме. Я позволял этому типу слишком много болтать. А своей дочке не давал шанс. Он был неправ. И я был неправ. Я должен был быть на ее стороне. Я надеюсь, Марин, ты простишь меня. Возглавишь Корли Моторс и будешь руководить им, как считаешь нужным. Вот что я думаю. Как же, черт, изменить все это? Я прошу прощения. Вы вынуждены были прослушать запись сеанса Малькольма у психиатра. Перед кончиной он страдал параноидальными видениями. Ему являлись грозные силы, которые возникли внутри него самого. Это одна из них. Дамы и господа, меня зовут Морин Корли, и у меня есть что рассказать вам. Вы скоро увидите, почему этот человек должен сидеть в тюрьме. Эй! Куда он поковылял? Вон он идет. И потом он послал своих головорезов за мной. Ну, беги, Рипбургер. В свое время мы отправимся за твоим блестящим трейлером. Да, конечно, у нас есть все необходимое оборудование. Есть вопросы? А, голос дьявола. Иди сюда, Бен. Мы не классно, Бен. Мы, наконец, там, где и должны были бы быть. Итак, после того, как мы починим твою тачку, мы поедем вызволять мою банду из тюряги. А потом ты пойдешь покупать деловой костюм. Не напоминай мне. Не ной. Тебе предстоит разбогатеть. В этом месте я устрою уголок мира и покоя. Очень маленькая. Моя трость! Тебе понадобится больше, чем трость, когда я доберусь до тебя, Рипбургер. Я обернул бы ее вокруг шеи Рипбургера. Let's go.
не нападет на меня сзади. Сказала, что он не двигается. Я сказала, что он не летает, но на нем можно ехать. Да, хорошо бы полететь, особенно перелететь через пропасть. Рейбургер, ты собираешься прикончить нас всех? Шш, Бен, не порти финал. Как остановить эту штуковину? Из кабины самолета. Пригнись! Осторожно, Бен! Чего проверять? Могу попробовать. Черт. Дай мне попробовать еще. Я вижу его. Готов, спекся. Быстрее, поднимайся сюда. Осторожно, Бен! Я беру тебя и твоих друзей с собой, Бен! Все, что ты делаешь, это неправильный метод лечения. Я думаю, ты труп.
Правильная реакция. И он играл в нее по своим правилам. Он был тайной для большинства из нас. И продолжает вдохновлять всех нас. Он дал нам свободу. Он дал нам силу. Он дал нам крылья. Он дал нам колеса. Спасибо, Малькольм Корлей, за то, что ты дал нам мечту, которая никогда не умрет. Итак? А может, нам пообедать как-нибудь на следующей неделе? Ага, можно. Обед звучит классно. Ничего ведь не изменится, а, Бен? Я имею в виду от того, что я стала теперь главой компании, живу во дворце и раскатываю в лимузине. Это ведь не означает, что мы не будем проводить время вместе, а? Послушай, Мо, ты теперь больше не должна возиться с такими, как я. Ты теперь в другой лиге. Но, Бен... Минутку. Алло? Что? Нет-нет-нет, это идиотизм. Ну не придурок ли? Отложи встречу на 5 часов и скажи заводскому начальству, что я сама приеду и проверю все это. Я знаю, я об этом сказала. Простите, что вы сказали? Нет-нет-нет, во-первых, этот сплав был с трещиной. Ага. Да. 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 Хорошо. Отлично. Thank you.
Population is greatly decreased, and now the odds are greatly increased that I may someday get a chance to kiss your lips. I thank the Lord each day for the apocalypse. Folks are mostly disfigured or dead, but sugar, I won't let it go to my head. My mama's face has dripped down into the dirt, but I'm still chasing Chitlin's whiskey and skirt. La 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 la.